Ребята, всем салют, вы на моем YouTube-канале. Сегодня с вами будем снимать распаковку ваших заказов с Poison. Ну и давать свою оценку плюс ценник. Поэтому всем приятного просмотра, начинаем. Первый заказ, это у нас New Balance 530. Ценник будет здесь написан, а оценку, я думаю, ему восьмерку можно дать. Приятный цвет, кайф. Следующий заказ. Он летит нам прямиком из Китая. О, он прилетел. Это обычно беговые найковские кроссовки. Ценник будет здесь написано. Им оценка. Напишите в комментариях. Ну, я думаю, четверку они получат. Следующий заказ из Китая летит. Так, он прилетел. Это данки. О, данки, кайф. У нас, кстати, есть такие фейки, мы можем сравнить, если вы поставите лайк и напишите в комментарии, сравните базовые модели от Nike. А ценник напишу в комментариях, а оценочка где-то, наверное, шестерок. Заслуженная цена? Ой, оценка. Шестерка. Так. Следующий заказ у нас летит прямо из Америки. А нет, обманул, это спойлер. Им я всегда ставлю высокую оценку, особенно когда заказывают их девушки, оценник будет здесь написан. Ценочку 8 поставлю. Классная расцветка, мне нравится пара и подошва. Так, следующий заказ следит у нас прямиком от Adidas. Оп, прилетело, прям Adidas. Прям Adidas. На этом загадываю. Ребята смеются. Я не знаю, чем поставить. Мне они очень сильно не нравятся, но у каждого свой вкус, оценки им троечка. Ценник будет здесь написан. Так, летит следующий заказ. Ой, еле поймали. О, это конус, кстати, очень солидно выглядит. А, это опять у нас реклама здесь поучаствовал. Кайф, очень хорошо выглядит. Ценник будет здесь написан, оценочку, я думаю, им восьмерку можно поставить. Согласен? Ну, не восьмерку, но можно. Больше пяти точно. Так, следующий заказ у нас летит от Nike. В левый нижний летит? Опа, мы ловим в левый нижний. Так, это у нас данки. Ценник будет здесь написан, оценочка, ну, я думаю, где-то, наверное, пятерочку я им поставлю. Ну, как-то так, не знаю. Даже цвет не очень люблю. Так, следующий заказ летит тоже у нас от Nike. Прямо ко мне в руки. Это кастомная пара, кстати. Ребят, ну это вы оцениваете сами, кастом я не оцениваю, это чей-то труд. Вот, ценник вы здесь написано. Летит следующий заказ. Чувствую, это форсы. Да, это форсы, я угадал. О, ого. Это какой ценник, интересно? Ближе, наверное, к бежевому. Песочные форсы, песочные часы, коты. А, выполнена эта пара из кожи плюс замша. Кстати, очень прикольно выглядит. Мне нравится. Ценник будет здесь написан, а оценочку я им поставлю. Блин, нет, слишком много семерки ставлю. Давайте шестерку поставлю. Но они мне нравятся. Так, летит следующий заказ. Даже боюсь представить, что он летит. А это летит к нам Nike. Вот. Вот почему нельзя было купить вот такие вот беговые найковские кроссовочки. Ценник будет здесь написан, а оценочку я им поставлю пятерку. Пятерку. Не люблю беговые кроссовки, я их не ношу. Так, летит следующий заказ. Чувствую, это будут единички. Чувствую. Опа! Не долетело чуть-чуть. Сразу открылась картонка. Это у нас единички. Хай, Токио. Женская сетка стоит у них относительно дешево. Я вам просто покажу для понимания. Не знаю, будет видно или нет. Вот куски клея. Это оригинал. Это Nike. От Nike вы особо сильно ничего не требуете. Это допустимый факт. Это не ручная работа и тому подобное. Ценник будет здесь написан, а оценка 7 из 10. Летит следующий заказ, это тоже единички. Но они пока долетели, разбились. Единички для этого? А что это? Это данки? Да. Мой коллега говорит, что это данки. Утверждает? Да. Он утверждает. Он уволен. Все, ребят, он уволен. Он, кстати, вам помогает оформлять заказы, поэтому поставьте лайк. Если это... он включает данки вместо единичек. Если вам приходят другие пары, слишком много юмора. Ребят, давайте серьезнее. Короче, это единички. У нас клиент их оформлял заказ. Пока он думал, 3 дня они выросли на 4000 рублей. Поэтому, если хотите, заказывайте сразу, не откладывайте на потом, потому что ценник, особенно у Nike, у Adidas, только вверх растет. Не знаю ни один бренд, у кого ценники растут вниз. Только у Relayna. Вот. Ценник будет здесь написан, а оценочку я бы на восьмерочку поставил. Так, летит следующий, завершающий почти заказ. Ну, самая крайняя пара на сегодня это у нас от Nike. А дальше перейдем к одной шмотке, очень солидной шмотке. Вот так вот она летела. Ценник будет здесь написан. Классная пара. Она очень нравится нашему менеджеру, который вам
отвечаю. Он ставит оценку 8. Я с ним согласен. Сейчас к нам прилетит очень классная рубашка. Она находится вот там. Сейчас мы попросим нашего коллегу ее кинуть, и мы ее поймаем. Летит она до нас. Это мы рубашку эту покажем, потому что те шмотки, когда вы заказываете не какие-то дешевки за 100 юаней, а заказываете солидные шмотки, хочется это показывать, с вами делиться. Это у нас такая вот рубашечка от Burberry. Оценку я ей поставлю 10. Burberry мы любим, а оригинальную Burberry мы любим вдвойне. Ценник будет здесь написан, оценочку я поставил. Тот, кто заказал, тебе респект, то заказываешь дорогие шмотки. Мы их очень сильно любим, мы на них делаем меньше наценок. Меньше наценок. Так, алло, занят, я звоню. Всем спасибо за просмотр. С вас обязательно лайк, подписка, ну и колокольчик. Всем пока. Занято, нахуй.